Ирины Горбачевой. Вот для меня стало неожиданностью, честно скажу. Ну, я, может, не следил за там, ее высказывания раньше, но как-то это вышло за рамки. Вы видели это интервью Ирины Горбачевой? Я не видел этого интервью, но я знаю, что она там, значит, со своим народом, как Анна Ахматова якобы. Но Ахматова по-другому звучала все-таки в «Реквиеме», да. О, я иронизирую, но, в общем... Честно говоря, я не сильно удивилась, потому что я не знаю, откуда взялась, опять же, иллюзия того, что Ирина Горбачева там какой-то узник совести. Ирина Горбачева, по-моему, посредственная клоунесса, которая страдала какой-то ерундой в Инстаграме, на чем и сделала себе, в общем, имя. И, ну, и мы знаем, что актеры, в принципе, чаще всего не очень умные люди. А тут для них еще такие испытания моральные, экзистенциальные. Ну, что они будут говорить? Ну, вот они будут говорить то, что она и сказала. Меня это никак не удивило. Почему от неумного человека мы хотим каких-то откровений, блаженного Августина?